ко мне приехал друг. Жутко орущее. Я уже давно отвык, что такое Жигули. Ну, серьезно, смотрите, какие тут приборы, датчики. Сколько здесь? Это кнопка аварийного... Не аварийного. Что это? Тормозуха горит. Почему она горит? А что стреляет? Датчика нету. Нормально. А это что у вас тут такое мигает? АБС? Система старт-стоп? А, все же... А, ручник. В общем, ребята... Сейчас мы немножко тут понавалим жогово, как говорит Амелеев, немножко жогово. В целях безопасности мы не фиксируем скорость. А, в принципе, она тут у нас не работает. Так что это нормально. Ох, Порше-то, ёптить вордень, а? Надо распугать передвижущий транспорт. В общем, понтовая такая пацанская тачка. Все как положено. Ночной Питер. Это... Это пиздец, ребята! Вот новый красавец такой, Q7, вообще детка. Наверное, мы его сейчас порвем. О, у меня еще сиденье это с тормозами вместе двигается. Почему у вас руль подруливает справа? Перестроение. Да, автоматическая система. Автоматическая. Окошко закрывается дедовским методом. Блин, как давно этого не было. Система предохранения от взломщиков внутрь машины. Машина живая. Орет, все мигает, пыхтит. Нам на заправочку. Нам на заправочку? Она была сзади. Нам в Газпром. Отечественного топлива только хавает. Ой. Надо немножко ремешка перекинуть куда-нибудь. Чисто так. Я зафиксирован, в общем. Первое. Это как на РС-ке. Блять, это ж турбо, ёпта. А ну нахер отсюда вот эти вот. Двенашка вне конкуренции. 750-й регион, спокойненько, в правом ряду, аккуратненько, не нарушая, 40 км в час. Справа никого, Роман, Сережа. Господи, 750-й регион. Ты где так научился ездить? Твою мать, включи поворотник ты, ёпта! Пару шестеренок осталось сзади. Да, нормально. Давай здесь, если заправщик не убежит от нас, то здесь заправимся. Сейчас парочку разворотов. Все будет ок. 92-й, самый план. 92-й. Супер пауэр. Почему приборка вот так вот делает? Приборка делает вот так вот. Минус пару шурупов это для облегчения веса. Ну, в принципе, по надписи все понятно, что... А ремень вообще никак не пристегивается. Ну, ладно. Ребята, в советских автомобилях были часы. Даже в некоторых современных автомобилях их просто нафиг нет. А в Жигулях они были. Цените время. Бардачок. О, легко и просто. Без всяких... Высеронов. Опа! Смотрите, какие у нас воздуховоды. Вот догадываюсь, откуда Mercedes взял дизайн нынешних воздуховодов, а? В том числе там Renault, Logan. Вот так вот. Вибрация по всей машине, как прям на Феррари-то. Так
это мотор-то бывший от Феррари. Здесь? Да. Ошибись. А что за движок под капотом? Он запротоколирован? На зелененький. 120? Нормально. Чуть-чуть право. Погрешность руления советского автопрома. Данная машина летит, и подвеска вообще глотает все неровности. Пахнет чем? Летит и пахнет. Ничего страшного. Завтра на стадионе первая трюк тренировка, ребята! Камеры там, типа того. Нет? Поставь, какая-то не очень хорошая репутация пошла по кругу. Сзади, да? А мы... Это возможно, бывает. Нехорошая репутация пошла, дамы и господа. Выходная труба, то есть там какие-то петли не сняли. А, выходная труба? А что такое выходная труба в этой машине? Она не мешает ездить, а? Турбина слишком поздно врубается. Как говорится, с огоньком, с ветерком, ну вперед! Там огонь? Вот такая, что я покрытие не испортит? Нет, просто прямо около... Ну что я могу рассказать еще про данный чудо автомобиля? Год выпуска? Чего, мотор или... А он у вас из чего собран? Сначала что было? Мотор, а потом кузов? Или кузов, потом мотор? Или... Сначала кузов. Кузов какого года? Допустим, 86-го года. Ну, мотор 2014 года, Porsche Dynamic Driving Stop Drifting Tools Forever. Нет, мотор вообще собирался, это атмосферный мотор, очень хорошо развитый под 0,8 бар. Как ты мог придать карбюратор? Скотина, верни карбюратор. А, карбюратор? Да. Атмосферный? Да. Дизельный? Нет. Просто он раздут до 0,8 бар давления. Короче, если кто не понимает, то это всасывание воздуха происходит через вакуумник. Через вакуумник, то есть намного быстрее. Дополнительно, там две трубки. Турбина 0,8. А, 0,8 турбина. Ну вот. В общем, хотите себе двигатель? Не заказывайте. Не заказывайте. Сделай. Такое неповторимое. Неповторимый двигатель. Режим города. Колхоз. Режим трек. Так, мы его обрабатываем чуть-чуть побольше. Немножко прервемся. Немножко палевной информации, я походу не успел. Надо палевной информации. Ой, мы куда-то сворачиваем, я даже не понимаю, куда мы сворачиваем. Ага.
Чуть ли не это, штаны не это. Хорошо, что доширак не съел. Бернаут у нас немножко не получился. А он не получится. Говорю, хорошо, что ногами упираюсь в пол. Очень резкое торможение. Что у нас? Не резкое торможение. Не резкое торможение. Там где-то позвоночник мой впереди, пожалуйста. Можно его достать. Что тут за болото-то? Ладно. Мы не хотим боком ехать. Я, пожалуй, записался на тест-драйв Porsche Panamera Turbo, но, пожалуй, мне уже хватило. Уже не хочу. Я сделал свой выбор. Да, Жигули вам лам. Ладно. Мы не хотим. Только не в канал. Это полосы начертил. Он знаменитый, там светится Газпром. Ой, что-то дым пошел какой-то непонятный. Ладно. В общем, все ок. Завтра в новостях мажоры, блядь, на Жигулях.
Пятая есть? Впереди камера на 150. Там, походу, искры уже сзади где-то. Да, сейчас уберемся. А что шелестело? Труба. Бак? Нет, это труба плотная, которая помогала. Она просто от него... Сейчас подсушим. Если спит, отдыхает. Был бы какой-нибудь Субарик там, знаешь. Я тебе говорю, она очень быстрее. Был бы Субарик какой-нибудь рядышком. Этот мотор раньше ехал 8,9 сотки. Да? Да. У него предположительно 160. Было. Сейчас не знаю. Залились, да? Кипим? Лексия решила все запилить с нами. Пожалей аппарат.
зловоние дьявольское. Нет, не зловоние дьявольское. Это все нормально. Издержки хорошего мотора. Он иногда кипит. Издержки плохого охлаждения. Кстати, да. Мотор в принципе охуенный. Ты сказал действительно сначала, а не в принципе. Я говорю, если бы она не упадала, бы все заебись. Она выскакивает. И вот пятый у меня всегда было раздроблено. То есть, ну это сука, старт. Фили а-ля комедия. Что случилось? Хьюстон, есть проблемка. В смысле? Ну, не зарядка пока. Аккумулятор сел? Да нет, он не сел. Не зарядка. Сейчас, надо подождать, пока он остынет, чтобы какую башку? Можешь голову сейчас скрывать?